Ольга Харлан, украинская фехтовальщица на саблях. В 17 лет Ольга стала олимпийской чемпионкой в Пекине. Позже на своей второй олимпиаде принесла Украине бронзу в личном первенстве. На олимпиаде в Рио-де-Жанейро Оля завоевала бронзу и серебро. Своим трудолюбием и невероятной тягой к спорту привыкла через боль и слезы завоевывать медали. В интервью подробностям спортсменка рассказала о своей спортивной карьере, любви к жизни, поделилась своими мечтами, а также поблагодарила зрителей за любовь и поддержку во время игр в Рио.